Настоящее новогоднее чудо произошло в семье трехлетней Вики Бакулиной. Губернатор края лично приехал к маленькой девочке и исполнил ее заветное желание, подарив детский цифровой фотоаппарат. Вику воспитывают приемные родители. Девочка ходит в детский сад, а также занимается хореографией и плаванием. Ее мама рассказала, что у Вики есть родная сестра, ей 10 месяцев, и сейчас она находится в доме малютки. Семья готова забрать ребенка к себе, чтобы они росли вместе, но их жилищные условия не позволяют этого сделать. Александр Ус пообещал к лету следующего года помочь решить их квартирный вопрос, отметив, что у них очень теплая, дружная семья. Дед Саша, Дед Мороз. Правда? Правда. Спасибо. Ну, давайте к лету, хорошо? Паша, передавайте привет и будем готовиться.